Здравствуй, мой дорогой любимый зритель. Не поверите, но это снова я. Сегодня у нас на календаре 17 октября. Сегодня нас погода радует солнышком, как видите. Двигаемся снова в сторону Новодевичьего кладбища. 40 дней назад, 8 сентября, остановилось сердце российского и советского телеведущего Александра Васильевича Маслякова. Конечно же, мы Александра Маслякова с вами знаем как ведущего мега популярной передачи «Клуб веселых и находчивых», он же КВН. С 1964 года Александр Васильевич Масляков являлся бессменным ведущим этой юмористической юмористической передачи. И, к сожалению, вот 8 сентября этого года, в возрасте 82 года, Александра Маслякова не стало. Официальная причина смерти – рак легких. А 11 сентября в концертном зале «Планета КВН» проходила церемония прощания с Александром Масляковым. Приходило огромное количество известных людей. На моем YouTube-канале вышла целая серия выпусков с церемонии и прощаний, и похорон. Кого получилось заснять, засняли. Работали мои операторы, так как я находился на больничном. Все время говорю про свой больничный. Я так чувствую, скоро вас это будет сильно раздражать. Поэтому буду стараться как можно реже об этом говорить. Могила Александра Маслякова, как вы уже могли догадаться, находится на Новодевичьем кладбище, куда мы сегодня с вами на 40-й день после смерти Александра Маслякова мы с вами и дойдем. Впервые я подойду к могиле Александра Маслякова, так как, ну, как я уже сказал, так как меня не было, я долго болел. Вам огромнейшее спасибо за внимание, также огромнейшее спасибо моим подписчикам, которые поддерживают проект памяти, присылают копеечку. Огромнейшее спасибо вообще всей активной аудитории моего YouTube-канала. Я всегда читаю ваши комментарии. Огромное спасибо за вашу подписку. Как всегда, напоминаю, что у меня в интернете есть и другие площадки. Из-за замедления YouTube, к сожалению, приходится развивать и другие площадки в социальных сетях. Это ВК, Telegram, канал, Дзен, Бусти, что-то еще. Инстаграм даже есть, который запрещен на территории Российской Федерации, имейте в виду. Все, как я уже сказал, поменьше слов, побольше дела. Двигаемся в сторону Новодевичьего кладбища на могилу Александра Маслякова. Сегодня 40 дней, как нет с нами в мире живых этого талантливейшего российского и советского телеведущего. Из-за того, что на территории Российской Федерации YouTube у нас работает не очень быстро, поэтому некоторые выпуски у меня выходят с задержкой. Вчера я был в день памяти на могиле Дмитрия Александровича Хворостовского. Выпуск, вот, который я вчера отснял, 16 числа, он вышел сегодня, 17 числа, рано утром. Поэтому огромная просьба посмотреть этот выпуск, оставить свои комментарии. Активность. Хочется активности, ребятки. Когда вы пишете, когда вы комментируете, меня нахваливаете, для меня это огромный стимул для вас снимать. Я вижу, что вам нравится тот формат, в котором я делаю выпуски, поэтому, в общем-то, буду стараться, пока здоровье позволяет, буду стараться для вас снимать эти выпуски. Не скрою, также получаю огромное удовольствие от этих поездок. Вот, тем более осень, золотая пора, как я всегда говорю. А сегодня нас еще радует солнышко. Это прекрасно, ребятки. Да, я забыл, кстати, вам пожелать всем крепкого здоровья. Берегите себя и своих родных. Впереди, как всегда, у нас много интересного. Знаете, какие розочки красивые.
Ну вот мы с вами сегодня впервые побывали на могиле Александра Васильевича Маслякова. Наши желтые розочки я решил красиво оформить. Там лежал чей-то такой букет красных роз. Я решил его дооформить, туда просто приткнул наши желтые розочки красиво, так как вазы там стоят высокие, глубокие. Розы у меня не сильно высокие, поэтому они просто бы провалились бы в эти вазоны. Поэтому вот пришлось, просто если кто-то будет кричать сейчас, же умные люди же смотрят, вообще просто великие флористы меня. Почему ты в воду не поставил? Розы умрут. Ребята, они и так умрут. Они уже умерли, их срезали уже, успокойтесь. Вот, а так будет красиво. Сейчас я пройдусь по Новодевичьему кладбищу, поснимаю шорты для канала Андрей Флор Шортс. Кстати, предлагаю подписаться, там очень интересные есть выпуски, ролики, небольшие ролики, вот, с могил известных очень людей, есть эксклюзивные кадры, поэтому подписывайтесь. Пока я прогуляюсь по Новодевичьему, поснимаю для вас шортс. Может быть, к могиле Александра Маслякова еще кто-нибудь сегодня да прибудет, если мне удастся, я подсниму. К могиле Александра Васильевича Маслякова приехали друзья, родственники, супруга в инвалидном кресле, сын. Я особо снимать не стал, и страшно, и плюс как-то неудобно. Немножко подснял, конечно, нельзя так делать, ребят, но просто чтобы поверили, что родственники были. Сегодня, напомню, что сегодня 40 дней, как Александра Маслякова нет с нами в мире живых. Вот, как-то так. Сейчас, когда уже все родственники, друзья уйдут, я тогда подсниму общий план могилы, ну и на этом наш ролик сегодняшний, наверное, мы завершим.